центрі бойні на масивних ланцюгах розвішено туші тварин, по яких стікає жир. Практично в повній темряві гравцям доведеться шукати гроші в сирому м'ясі та мішках з потрухами. Тисячі гривень сковано в великих кубах льоду, купах гною і на дерев'яних балках. Спалахи світла засліплюватимуть гравців. Проте їдкий сморід не дасть забути, де вони знаходяться. Почувствовали жуткий запах. Это туши, свинина в разрезанном виде, с кишками, со всеми делами, и там вот где-то спрятаны деньги. Тушек взяли 500, тут крупняк! Серьезно? Да, внутри прямо, руку туда засунь. Любая дверь нашел, поросенок! 200! Я 500 нашел, 500 курка! Вообще, Ищи, 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 Алена, ищи! Я сразу поняла, что я вообще ничего не вижу. Вообще ничего. То есть даже эти купюры, я их не видела. Просто не видела. Ищем, ищем. Кому тяжело? Есть! Девчонки, алло! Все нормально, все хорошо. Когда свет включили, то мы увидели, где мы и куда мы засовывали эти руки, чтобы достать деньги. Сразу поняли, что происходит вокруг, и сразу поняли, что надо преодолеть брезгливость и все-таки искать эти купюры. Я 50 нашел! Да, у меня золото! Туши как-то вообще не хотелось лезть, а потом как-то уже привыкли к запаху. И потом начали уже и во рту колупаться, в язык, руку туда засунули, туда. Короче, было очень ужасно вообще. Мерзость какая-то лилась сверху, и было настолько неприятно, это было очень вот это вот жутко. Сверху лилась вода непонятная. Это был просто ужас. В жизни не видел ничего вонючей, ничего ужаснее. Свет выключается, ребята! Вот это жесть! На самом деле это было просто капец, ребята. Туши, все летит сверху, вода, свет. Тяжело к этому всему привыкнуть. Паша был очень активный, на лету схватывал, все собирал, просто ветер, просто вообще, ну, молодец. Дерьмо. Я нашла там приличную сумму. 500-ок было несколько. Ничего страшного, ради семьи. Если нашел в голове от свиньи во рту 500 гривен, то сразу кричал проверить все головы и уши. Потому что в ушах тоже были по 100, по 200 было гривен. Вот, свинья нашел! 500! Во рту свинья! На пистолет! Во рту свинья! Все посмотрели, во рту! Сюда, быстро, быстро, сюда! Что? Дети активно начали поднимать меня наверх, потому что кто-то заметил какую-то крупную купюру в трубе, поэтому мы прочесали весь верх. Да не достану! Давай! Давай, Ира, давай! Дай! Дай, сиди! Идем в столбе! На столбе, на столбе! Потом мои сестры взвалили меня на плечи и тоже с той стороны все проверили. Когда эти купюры видишь, особенно если покрупнее, то открывается второе дыхание. Думаю, что мы забрали все деньги до копейки из этой комнаты. Никто не выходит! Работаем, времени куча! Семья, никто не выходит! Нам казалось, что мы не оставили там ни купюры. Уже обшаривали по третьему кругу, мы просто не находили денег. Ребята, посмотрите, еще на стенах. Давай, стоп. Смотри, все вроде бы чистые. С этой, может, сверху есть? Подсадите кто-то. Мы там уже были. Мне даже уже не знаю, где искать. Уже все там искали. Я не хочу. Ребята, нам надо понимать, кто остается. Работаем. Я могу выходить. Я услышала, что открылась дверь.
То есть был шанс, я крикнула, что я выхожу первая, все, я ушла. Вы говорили, деньги не соберем. Мне было все равно, или предпоследним уходить, или предпоследним. Но главное не последним, но главное не оставаться. Потому что я думаю, что я все-таки больше смогу сделать, чем мама. Yeah.